это обзор последнего этапа РЭС, который пройдет в Алуште уже через несколько дней. Сегодня я вам покажу третий результат. Только начало, небольшой перегончик и самый длинный и техничный трейл Алушты — пылесос, состоящий из, вы не поверите, четырех свитчбеков. Итак, после перегона, возможно, старт сделают в маленький сегмент. Травил называется пеньки. Это обхильная рулежка, на которой очень сложно равномерно крутить педали и при этом попадать в повороты. Ну, не на такой скорости, как я еду. Вот мы за них забрались. Здесь идет плоскачок. Тоже ходовой. Тоже с поворотами. И выходит он к трейлу Мадера, который многие прикатывали в прошлом году, так как думали, что он будет секретным спецучастком. Но секретный оказался совсем секретным и расположился в районе ракетчиков. Там же, судя по всему, и будет заканчиваться гонка. Ну а пока мы едем по ИСУ номер 3 Мадера. Возможно, старт будет по классике вот здесь у дерева. Фу, у кочки. И начинается трейл динамичной и техничной рулежкой по плоским поворотам. А также изобилует траверсами, которые уже раскатаны в непотребство. Прошу, ребята, не надо искать здесь срезки и ломиться через кусты. Fair play, guys. Этот трейл тем и хорош, что едется по флоу именно без срезок. Ха. Пропустил точку входа, заигрался скандинавский флик. Каких комов тебе сегодня, Андрюх? Здесь вот опасный участок. Во-первых, плоский дроп, во-вторых, вылет. И в-третьих, новый упорчик для ухода на заключительный сегмент. Этот трейл называется МДА. Он весь состоит из вот таких вот нырков, уолрайдов. Очень техничная проезжалова. И лошадка. Привет. А я тем временем догнал Женю Олейникова, который вполне себе готовит, видимо, спецучасток от лишнего мусора. Женя, поприветствуй участников. Каких участников? Я тебя уже похвалил за продувку верха. Снимаю бложек тут. Хорошо. А я вот тут помогаю, чтобы была скорость побольше. Ну да. Срезаю лишние ветки. Веточки, в принципе, не мешали, но без них гораздо лучше, потому что просматривается проезд гораздо качественней. И гонщики могут держать больше скорости. Да. Фух. Один? А? Один? Да. Так что.
Итак, теперь здесь выложен поворот камушками. И получается очень просторный, очень хорошо читаемый трейл. А я все равно попасть к нему не могу. Ожидайте видео с гонки. С вами был Ломобой. До скорых встреч.